хочу предложить Ольгу Владимировну Мартус, так как она у нас заместитель секретаря местного отделения. Она знает работу изнутри. Она участвовала в конференциях, в рецаветах, ну и, конечно, в избирательной кампании. Я вот предлагаю, что они хотели. Спасибо. Понятно. Другим понятно. Так, пожалуйста, еще какие предложения по движению? Так, что еще? 80 шире, если вы хотите, да? На должность заместителя секретаря хочу предложить кандидатуру Сеченкова Дениса Олеговича. Я считаю, что человек давно работает в местном отделении партии, и он весьма полезен, может быть, в дальнейшем на должности заместителя секретаря. Секретаря, передовый секретаря 80. Человек волнуется, вы понимаете? Волнение человека. Секретаря мы доверяем, заместителя секретаря. Хорошо. Сеченков Денис Олегович. Так. Еще какие будут предложения? Так, Ирина Петровна. Предлагаю внести список для голосования Сергея Александровича Седова, профессионала высокого уровня, человека, обладающего высокими способностями, организаторскими способностями и надежного человека. Так, спасибо. Еще есть предложение? Нет предложения? Да, есть еще предложение. Так, кто еще у нас? Я бы предложила Сергея Александровича Барковского Андрея. Я знаю семью эту хорошо. Так. И он работает здесь давно, вы его все знаете. Да. Предлагаю список внести. Так, Барковский Андрей Николаевич. Хорошо. Да? Сел. Значит, если предложений больше нет, тогда я должен задать вопрос теперь, перед тем, как перейти к процедуре голосования, части кандидата предложены. В части самоотвода названный кандидат имеется или не имеется. Значит, по мере поступления кандидатов мы задаем вопрос Ольге Владимировне. Будет, не будет самоотвода? Нет, не будет. Самоотвода не будет. Ольга Владимировна соглашается. Так, дальше. Денис Олегович Сеченков, второй был кандидат предложен. Нет, самоотвода. Активный боец. В нашей команде все вы его хорошо знаете. Так, третья кандидатура была предложена моя, Ирина Хабибовна, коллеги. Ну, я беру самоотвод по известной, наверное, для всех причине, да? Потому что я активно работаю сейчас в качестве заместителя главы города Ачинска. Это моя основная функциональная обязанность. Работает, поверьте, очень много. Поэтому большое спасибо за доверие. Мы с вами очень коллеги действительно долго проработали. Практически два срока. Это очень продолжительный период. Отчитались о своей работе. Поэтому прошу принять мой самоотвод. Спасибо вам. Я беру самоотвод по семейным обстоятельствам. Здорово, молодые. Результатом подсчета голосов распределились следующим образом. Мартус Ольга Владимировна, 39 голосов. Сипченков Денис Олегович, 6 голосов.